Итак, здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре мини-PC EQ на процессоре N100. Видим комплект поставки HDMI кабель первый длиной 1 метр, блок питания, мощность 36 ватт. И, собственно, сам блок компьютера. Еще один маленький HDMI, короткий, где-то сантиметров 30, не больше. И планочка для крепления на стандарт веса. Любимые действия. На задней части мы видим слева вверху USB Type-C 3.2, USB обычный, 2 гигабитных порта LAN, 2 HDMI и DC питание от адаптера. На лицевой стороне 2 USB 3.1, наушники и кнопка включения. Планка для крепления стандарта веса. Веса 100, чтобы было понятно. И вот таким образом сейчас будем крепить к монитору. Комплект также поставляется 3 болтика. Понятно, чтобы один можно было потерять. Естественно, закручиваем. Теряем один и закручиваем второй. Первая моя попытка прикрутить его вот таким образом к верхним болтам, чтобы все разъемы находились снизу со стороны ножки монитора. Ну, сейчас, как будет видно, это будет ошибочная идея. Ну и вот, собственно, подключение HDMI. Естественно, не получается. Как же без этого? HDMI и кабель питания упирается в ножку. И было решено поменять положение компьютера на противоположное, чтобы выходы были ближе к мониторным и, соответственно, было удобней устанавливать на ножку. Ну и вот как выглядит он уже в сборе на мониторе. Подключен блок питания, заведены два шлейфа питания и подключается клавиатура. С мышкой, можно по Bluetooth, можно по Wi-Fi модулю или же USB модулю. И вот первое включение, но запускался он достаточно долго, на протяжении минут 5. Смотрим параметры системы и что мы видим поближе. Это у нас процессор Intel N100, 800 МГц, доступно 8 ГБ оперативной памяти, Windows 11 Pro, и она уже активированная. И дата установки она показала сегодняшнюю, 1 апреля 2024. На борту установлен NVMe 500-гиговый SSD, уже с предустановленными драйверами и папкой специально для будущей перестановки. Ее, естественно, нужно скопировать и где-нибудь хранить для будущих переустановок. В принципе, все. Всем спасибо.